В эфире «Вести Москва. Неделя в городе». В студии Екатерина Коновалова. Здравствуйте. Мы расскажем о самых заметных событиях уходящей недели. Чужие здесь не ставят. Центр очень загружен. Свободных мест нет практически. В первую очередь мы должны обеспечить свободными местами резидентов. Резиденты получили привилегии. Что остается всем остальным? И в каких еще столицах мира паркуются по месту жительства? Пешеходам, зелень тротуаром. Вернуть туда пешеходов, я думаю, можно, если связать две стороны улицы и сократить трафик. Новый сезон проекта «Моя улица». Как архитекторы предлагают осовременить садовое и бульварное кольцо. Дешево и сердито. Заманивают сюда клиентов. Они приезжают, оформляются, ну и в итоге, как говорится, киднят получается. В автосалоне нагло обманывали покупателей. Помогла ли отстоять права сидячая забастовка? Мелехово, Зарайск и далее со всеми остановками. Привлечь туристы. Альтернатива поездкам за рубеж – российские туры. Каким маршрутом предлагают пройти по Подмосковью? Но вначале о том, как отозвалась в Москве авиакатастрофа в Ростове-на-Дону. Весь день и всю минувшую ночь люди несли цветы и игрушки к представительству.